Берлин, 17 июня 1941 года. Советское посольство. Сюда пришла неизвестная женщина и потребовала срочной встречи с военно-морским атташе. Этот факт был зафиксирован в специальном журнале посетителей. Он принял ее. Неизвестная, назвавшись Анной Ревельской, сообщила, что в ночь на воскресенье, 22 июня, немецкие войска нападут на Россию. «Советский Союз», — поправил ее атташе. «Для меня она всегда была Россия», — ответила неизвестная и покинула посольство. Сообщение от таинственной Анны Ревельской офицер советской военно-морской разведки передал, как и положено, своему начальству. Оттуда оно ушло в Москву. Но там ни такого имени, ни псевдонима не знал никто. Это было последнее ее появление. Или воскрешение спустя 20 лет после главных событий в ее жизни. 2 августа 1914 года. Полдень. Текст манифеста об объявлении войны Германии был уже оглашен. Император Николай II вышел на балкон. Александровская площадь перед дворцом была заполнена народом. Император несколько раз поклонился, перекрестился и ушел. Он словно извинялся перед подданными, что началась война. Она присутствовала в этой толпе, кричала «Ура!» и смотрела на дворцовый балкон. Тогда она не знала, что война полностью изменит ее жизнь. Эту сцену известный писатель Валентин Пикуль собирался сделать одной из самых важных в своем романе «Монзу». Русская женщина-разведчица Анна Ревельская должна была занять в повествовании, а затем и в одноименном фильме, важное место. Но этого не случилось. Против персонажа выступили цензоры, историки и сотрудники секретных советских архивов. Все они утверждали, что такой женщины-разведчицы в реальности не существовало. В ответ Пикуль ссылался на авторитетные свидетельства современников. Шефа германской военной разведки и контрразведки Вальтера Николаи и русского генерала Николая Батюшина. Но эксперты эти свидетельства отвергали. Они боялись, что плодовитый романист убедит читателей, а затем и зрителей, в том, что в 1917 году революционный Петроград был спасен от германского вторжения с моря благодаря усилиям одной только женщины-разведчицы. Всю ее разведывательную деятельность можно расположить между двумя датами. 2 августа 1914 и 6 ноября 1917 по новому революционному стилю. Все остальное – версии и догадки, краткие документальные свидетельства, фрагменты воспоминаний и разные мнения. Я полагаю, что Анна Ревельская – это все-таки мифологический персонаж. С легкой руки Валентина Пикуля появилась такая легендарная разведчица, как Анна Ревельская. И в последующем из публикации в публикации миф о ее деятельности обрастает все больше и больше. На самом деле, я думаю, что такие люди в разведке были. Вообще, женское лицо русской разведки – это одна из тем, которая, в общем-то, нам еще практически и не исследована, и фактически еще не раскрыта до конца. Она – одна из самых таинственных и загадочных личностей в истории разведки Первой мировой войны. Она русская Мата Хари. Но, тем не менее, если про Мату Хари мы можем найти какие-то архивные документы, подтверждающие деятельность, то об Анне Ревельской не обнаружено до сих пор ни одного архивного документа. После Анны Ревельской не осталось писем, фотографий и документов. Но их не осталось и после многих других женщин, которые работали на разведку в годы Первой мировой войны. Ведь работа разведчика, она всегда чрезвычайно опасна. Но она вдвойне и втройне опасна в период ведения боевых действий. Тогда шла Первая мировая война, и работа разведчика была чрезвычайно опасна и для мужчины, и для женщины. В 1915-17 годах противник верил в существование такого агента, как Анна Ревельская. Шеф германской военной разведки и контрразведки барон Вальтер Николаи потратил немало финансовых средств и агентурных сил, чтобы вычислить, разоблачить и уничтожить этого русского агента. И не смог. А он был мастером своего дела. Мы знаем, что на тот момент немецкая разведка
была самой сильнейшей. И Вальтер Николай, знаменитый начальник этой разведки. В 1914-17 годах все попадались в сотканную бароном Николая разведывательную паутину. От будущего вождя русской революции Владимира Ульянова Ленина до исполнительницы экзотических танцев сексуальной Маты Хари. Но загадку Анны Ревельской тогдашний гений германской разведки так и не разгадал. Может быть, он охотился за женщиной-призраком, за виртуальным персонажем, которого придумала русская дореволюционная контрразведка? Это реальный персонаж, причем документально оформленный вот воспоминаниями именно тех, кто с ней непосредственно контактировал. Есть воспоминания того же Николая Бартенева, который стал командиром Красной Армии, который стал командиром подводной лодки. Она под именем Клара Хойнсфольд, она работала в Латвии, в Прибалтике работала. В существование Анны Ревельской верил и морской министр Великобритании Уинстон Черчилль. В 1917 году на закрытых слушаниях в парламенте он уверял своих коллег, что русские имеют на Балтийском театре военных действий весьма результативного агента – женщину, с помощью которой успешно проводят все морские операции. Есть все основания считать, что Анна Ревельская – реальный персонаж отечественной истории, активный участник тайной войны на Балтике и талантливая женщина-разведчик. Анна Ревельская была представителем военно-морской разведки. До революции она работала на русское правительство, на царя. После революции она перестала кому-нибудь быть нужной. У Анны Ревельской имелось немало предшественниц в истории российской разведки. О них мы знаем так же мало, как и о ней. Еще в 19 веке на поприще разведывательной деятельности о себе заявило немало известных женщин. Что толкало этих красавиц в жесткие объятия спецслужб, так и осталось тайной. Кто-то из них попадал в разведывательную мышеловку из-за своей близости к венценосным особам и государственным секретам, а кто-то попадал из своего стремления к красивой жизни, любви к деньгам и природного авантюризма. Одной из таких видных женщин-разведчиц в 19 веке была Дарья Христофоровна Бенкендорф. Это сестра Александра Христофоровича Бенкендорфа, генерала, партизана, прославленного в войне 1812 года. Вот. Она связала свою судьбу с русской разведкой, работала на русских дипломатов, потому что она была женой русского посланника в Лондоне, князя Ливина. Однако сестра начальника особого корпуса жандармов не была профессиональным разведчиком. Хотя русская разведка и получала от нее весьма ценные сведения. Вот Мария Скаковская – это женщина-разведчица, которая работала в то время в столице Турции, в Стамбуле. И та, она сумела обеспечить русского военного морского атташе Щеглова очень великолепным материалом по деятельности вообще турецкой. И она возглавляла долгое время всю русскую резидентуру в Турции. В традиционном представлении спецслужб женщина в разведке не более чем лакомая приманка для вербовки. Однако в 20 веке положение женщины в обществе и отношение к ней изменились. Первыми это поняли русские и германские спецслужбы. Накануне Первой мировой войны именно они впервые стали использовать женщин как профессиональных разведчиков. Сама по себе женщина, как разведчик, работает очень редко. Бывает очень сильные натуры, если сила воли. По идее, женщина – это подруга, женщина – это связной. Принятие решений – все-таки аналитический ум, это у мужчины. У женщины редко бывает аналитический ум. Теперь их специально готовили к этой деятельности. Одним из условий их работы на разведку была абсолютная секретность. Вероятно, поэтому в архивах спецслужб после них обычно не оставалось ничего, даже фотографий. Свои профессиональные женские кадры появились и у германской военной разведки. Известно, что одним из таких видных женщин-разведчиц в годы Первой мировой войны была Элизабет Шракмюллер, фрау-доктор, работавшая под псевдонимом. Это немка, достигла очень больших высот. И ее главным противником был тогда знаменитый капитан Ладу,
тот самый Ладо в французском генштабе, на связи у которого была Мата Хари. А Анна Ревельская – это такой сборный получился вариант русской разведчицы. Такие люди тоже были. Их учили, что главное в профессии – это оставаться незаметными и неизвестными. И не все не попадают в разведку, не все не могут. Есть, например, сильная личность, но она эмоциональная личность. Эмоциональным личностям в разведке делать нечего. Есть сильная личность, но она подвержена, например, нервным стрессам. Тоже делать в разведке нечего. То есть сама женщина, сама по себе, для разведки малопригодна. Как сексуальный объект вербовки, она привлекательна. Особенно, если она актриса, красива, смышлена, знает искусствоведение, знает какую-то литературу, с ней можно поговорить. Ну, работать как гейша, скажем так. Да, это очень привлекательный объект для вербовки. Может быть, поэтому самой знаменитой шпионкой Первой мировой войны станет Мата Хари. Завербует ее все тот же Вальтер Николай. Прекрасная танцовщица или Око дня, как переводился ее сценический псевдоним, войдет в историю именно как разведчица. Она несла очень много секретной информации из постели своих любовников. И Вальтер Николай ее очень ценил. Он даже давал деньги газетчикам, чтобы те ее расхваливали. Ее ведь публиковали не только европейские журналы, но и американские журналы. А это все стоит денег. То есть немецкая разведка давала деньги даже на рекламу, скажем так, своего агента. Для чего? Чтобы ее молодое тело еще больше привлекало политиков, сенаторов, военных, генералов. Мата Хари. Настоящее имя – Маргарет Целле. Родилась в 1876 году в Нидерландах. Была завербована германской разведкой в 1913 году, когда уже прославилась как танцовщица и имела множество богатых любовников. В годы мировой войны свободно передвигалась по Европе. В Париже сама предложила свои услуги французской разведке и некоторое время работала и на нее. Ее использовали как информатора. Но обмануть две разведки ей не удалось. 15 октября 1917 года была расстреляна в Винсенне под Парижем. Ее биография сразу стала легендой. Однако существует версия, что знаменитая шпионка вовсе не являлась особо ценным агентом или профессионалом. Она просто запуталась в трагическом клубке событий и обстоятельств. Ее же расстреляли на военном полигоне за то, что она и на французскую разведку, и на немецкую разведку. А когда она стала уже не нужна, и ее просто-напросто сдали французам, французской контрразведке. Приговор и расстрел в Винсенне должны были вызвать приступ бдительности во французском обществе и ненависть к германским шпионам. Я думаю, наверное, это условия войны повлияли на то, что был такой жесткий приговор. Возможно, какие-то субъективные факторы. Возможно, что-то хотели скрыть, чтобы Мата Хари не рассказала, какую-то информацию не придала огласке. Здесь может быть много разных факторов, которые вот повлияли на то, что с ней фактически расправились. Настоящие профессионалы всегда находятся в тени, если их, конечно, не разоблачают. И перед ними ставятся более масштабные задачи, чем сбор информации в ресторанах, спальнях и кабаре. Их секретная деятельность напрямую связана с военными действиями их стран, стратегическими или тактическими действиями их армий. Об Анне Ревельской и ее задании знали только три человека. Морской министр Михаил Григорович, командующий Балтийским флотом адмирал Николай Эссен и главный минер, капитан первого ранга Александр Колчак. Они задумали и разработали операцию, которая должна была нанести германским морским силам на Балтике ощутимый урон. Уникальность замысла состояла в том, что уничтожить вражеские корабли предполагалось не в ходе активных боевых действий. Выполнить это задание и должна была агент Анна Ревельская. Место действия – Либава, небольшой портовый городок на берегу Рижского залива. От него до Петрограда чуть больше суток пути. Thank you.
русский флот и войска оставили Либаву. Немцы считали это победой. В штабе Балтийского флота называли вынужденной передислокацией сил. Однако хорошо понимали, насколько эта потеря ослабит позиции русских войск на Балтике. Немцы сразу перевели в Либаву часть своего флота. Они готовились к активным боевым действиям. Причем планировали начать их немедленно. Гросс-адмирал Генрих, брат германского кайзера, уже поставил перед своими адмиралами и офицерами главную задачу. Он заявил: «Из Либавы мы имеем быстрый и решительный выход на стратегический простор всей Балтики. Мы должны этим воспользоваться немедленно. Надо готовить боевой поход кораблей на Риг». Командование российского Балтийского флота считает, что надо сбить воинственный пыл противника. Поэтому сразу после оставления Либавы русские моряки приступают к минированию акватории Рижского и Финского залива. Интересно, что командование Балтийским флотом сделало все, чтобы противник об этом узнал. Несколько телеграмм о минировании было передано в эфир открытым текстом. В штаб-квартире германского флота эту информацию воспринимают так. Русские отказываются от активных военных действий на Балтике и переходят к обороне. Минные работы на Балтике проводил капитан первого ранга Александр Васильевич Колчак. Он знает, тотального минирования акватории произведено не было. Минами закрыли лишь определенные участки и проходы. А информационная шумиха нужна для проведения другой секретной операции против немецкого флота. Чем плохо было в то время, каждое подразделение, армия, корпус даже, гвардейский корпус имел свою разведку. Этих разведок было мало. Был особый отдел полиции, было третье отделение жандармское. То есть каждое ведомство, была пограничная служба, своя разведка, таможенная служба, своя разведка. То есть у всех были свои спецслужбы. И эти спецслужбы мешали как бы друг другу, вы свои начальники, свои инструкции. Но в случае с агентом российской военно-морской разведки Анной Ревельской все произошло иначе. То, что они не знали сотрудники других спецслужб, обеспечило ей безопасность и дало возможность выполнить задание. Либава живет обычной жизнью портового города. В свободное от службы время немецкие офицеры из штаба гросс-адмирала посещают местные питейные заведения и кофейни. Особой популярностью у них пользуется уютное кафе на Шарлотт-штрассе, которое они называют «У Клары». Здесь всегда чисто, по-домашнему, уютно и играет музыка. Хозяйка отлично готовит и хорошо говорит по-немецки. Ее трудно заподозрить в тайных связях с противником. Какими качествами должен обладать разведчик? Это, конечно, в первую очередь умение устанавливать контакты с людьми. Это главное – умение общаться, умение находить людей. И главное, что установить контакт и уговорить человека, чтобы он предоставил нужную тебе информацию. А не так, чтобы после первой беседы он побежал в контрразведку или в местную полицию и сказал: «Вот меня вербуют, и на следующей встрече наш разведчик будет арестован». Вот самое главное – это умение находить нужных людей и умение устанавливать с ними контакт. Она никого не вербует и ни с кем из клиентов не сближается. Разговоры господ офицеров о морской службе, военных действиях, назначениях в штабе гросс-адмирала ее не волнуют. Очень скоро у нее появляются поклонники. Среди них адъютант гросс-адмирала Генрих фон Клаус. Именно такой объект нужен русской разведчице, но совсем не для вербовки. Очень скоро она сделает своему поклоннику неожиданный подарок. В Либаве постоянно бывает шеф германской военной разведки барон Вальтер Николай. Обычно он встречается с гросс-адмиралом и обсуждает с ним оперативную обстановку на Балтийском театре военных действий. Кроме того, из Либавы удобно руководить германской агентурой в Петрограде и получать информацию из русской столицы. Для этого используется радиостанция немецкого флота. У немцев, надо сказать, техника, техническое оснащение было гораздо лучше наших. Гораздо лучше наших. Вот. И те же передатчики, те тоже использованные телефонные связи, телеграфные связи были очень хорошо поставлены. Трагедия
русской армии, особенно в первые дни войны, заключалась в плохой связи. Когда вынуждены открытым текстом передавать, немцы перехват организовали и все-все знали великолепно. В техническом отношении служба Николая явно переигрывала российскую контрразведку. Но это не всегда определяло результативность агентурной работы. В принципе, работы, я думаю, что они принципиально не менялись. А то, что касается технической разведки, действительно, в годы Первой мировой войны, с учетом развития техники, был сделан шаг вперед в развитии именно вот технической разведки. Однако все эти технические новшества и передовые средства радиосвязи не могли заменить интеллектуальной составляющей любой разведывательной игры. Без знания человеческой психологии и тонкой проработки деталей обман противника может и не удастся. Либава. Во время одной из прогулок по окрестностям милая Клара рассказала Клаусу, что полгода назад в ее доме квартировал русский морской офицер. После себя он оставил какие-то вещи и портфель с бумагами. Приманка сработала, и адъютант гросс-адмирала полез на чердак в доме своей хозяйки. Там, среди мусора и старья, он нашел морской бушлат и пыльный кожаный портфель со следами птичьего помета. Преодолевая брезгливость, немецкий офицер открыл его и замер. В портфеле лежала схема минных постановок русского Балтийского флота за 1915 год, планы и карты. Не может быть, чтобы русский офицер потерял подлинную карту минирования Рижского и Финского заливов. Документы были немедленно отправлены в Берлин на экспертизу. В ведомстве Николаи подтвердили, что подписи покойного адмирала Эссена и главного минера Балтийского флота Колчака на карте подлинные. Теперь предстояло проверить подлинность данных о минировании. В море вышли два немецких корабля. Они шли точно по русской карте. Радиосвязь с ними решено было не поддерживать, чтобы не допустить перехвата информации в эфире. Поход носил рискованный характер, но оказался удачным. Корабли вернулись. Карта с планами расстановки мин оказалась подлинной. Ее данные позволяли пройти через русские минные поля и незаметно проникнуть в Финский залив. Гросс-адмирал принял решение отправить в море 10-ю флотилию. Она считалась гордостью германского флота и состояла из новейших эсминцев. 10 ноября 1916 года германская флотилия оставила Либаву. Куда идут эсминцы, командам не сообщили. Об этом знали только флаг-офицеры. 11 кораблей шли навстречу неизвестности. В штабе гросс-адмирала думали, что навстречу славе и победе. Эсминцы шли колонной. Поход начинался удачно. Было даже принято решение ускорить движение. И вот после этого начались взрывы. Корабли подрывались один за другим. Русская секретная карта завела их в западню. В ночь с 10 на 11 ноября германская флотилия лишилась 8-й части всех своих эсминцев. 10-й флотилии больше не существовало. В Либаву вернулись только 3 корабля. Секретный план, разработанный адмиралами Григоровичем, Эссеном и Колчаком, сработал. Агент Анна Ревельская свою задачу выполнила. Вскоре она покинула Либаву. Гибель 10-й флотилии на Балтике вызвала в высших военных кругах кайзеровской Германии грандиозный скандал. Расследование было поручено провести Вальтеру Николаю. Он пришел к выводу, что командование германского флота стало жертвой мощной дезинформации со стороны русской морской разведки. А винить в случившейся катастрофе можно только карту и лейтенанта фон Клауса, погибшего вместе с флотилией. Правда, в своих отчетах Николай упомянул некую русскую шпионку Анну Ревельскую. По некоторым данным, ее еще в 1915 году готовили в русском адмиралтействе для осуществления такой многоходовой и сложной операции. Однако установить личность этого агента германская разведка пока не может. Гросс-адмирал и брат кайзера Генрих был другого мнения. В событиях на Балтике
он обвинил германскую разведку, которая проявила, по его мнению, полную некомпетентность и теперь пытается все свалить на мифического русского агента, на какую-то Ревельскую. Это победа фактически военно-морской разведки русского военно-морского флота. Мог привести к отставке шефа немецкой военной разведки. Но непотопляемый, в отличие от эсминцев, барон Николай пока останется на своем посту. Сменить его кайзер пока не рискнет. Германская разведка действительно работала хорошо и успешно, как четко слаженный организм, четко слаженная машина. Скандал скоро был забыт, потому что в воюющей России начались революционные беспорядки и пала монархия. Такой политический разворот событий давал Германии шанс на победу. Для германской разведки наступало золотое время. В мутной революционной воде можно было ловить любую рыбу. Тем более, что новая власть в России сделала все, чтобы развалить имперские спецслужбы. Временное правительство, вот в феврале месяце, уничтожило жандармский корпус, уничтожило третье отделение, уничтожило практически всю армию. Русская армия деградировала полностью буквально за 3 месяца. Еще до начала революционных событий Анна уехала в Швецию. У нее новое задание. О том, что на самом деле происходит в России, она не знает. Только читает об этом в стокгольмских газетах и ничего не понимает. Однако каждый месяц она отправляет свои шифрованные донесения в российское посольство. Шифр к ним есть у военно-морского атташе. Что бы ни происходило в Петрограде, она обязана работать. Ее тайная война продолжается. В России происходит что-то странное, смутное, недопустимое в условиях военного времени. Какой-то Петроградский совет каких-то депутатов принимает приказ номер 1. Фактически, этот документ отменяет всякую военную дисциплину. На Балтийском флоте разрушительное влияние этого приказа ощутили сразу. 1 мая 1917 года революционными матросами организован Центробал, Центральный комитет Балтийского флота. В его составе 33 человека. Большевики, анархисты, эсеры, меньшевики. Организация сплошь матросская. Командную роль офицеров в ней не признают. Во главе матрос Павел Дыбенко. Теперь на российском Балтийском флоте двоевластие. Центробалт и прежнее командование. И еще неизвестно, кто сильнее и авторитетнее для матросов. Произошел развал не только работы русской разведки, русской контрразведки, а в целом с начала 17 года, в февраль-март 17 года происходил слом государственной машины, и, в общем-то, государство уже неэффективно функционировало. Немецкая агентура внимательно следит за событиями в Петрограде и в русской части Балтики. В сообщениях и сводках, поступающих в штаб гросс-адмирала, говорится об убийствах матросами офицеров, о влиянии Центробалта на решение командования, о падении дисциплины и нежелании матросской массы воевать, а также о полном развале русской контрразведки и ее неспособности эффективно вести свою работу. В марте месяце ведь произошла большая смена сотрудников разведки, контрразведки. Многие были сняты с своих постов. На их места пришли новые сотрудники. Это бывшие офицеры, армейские офицеры, которых нужно было самих еще учить ведению разведывательной, контрразведывательной работы. Парализация, я бы сказал, произошла в деятельности разведки, контрразведки. Революционный хаос создал идеальные условия для подготовки немецкого морского броска на Петроград. План операции разрабатывается в тайне. Стокгольм, нейтральная Швеция. Российский морской атташе раз в месяц получает милые дамские письма.
внимательно читает их, а потом начинает расшифровывать. После этого составляет донесение в Петроград. Имени агента он не знает и никогда с ним не встречался. Предполагается, что это женщина. В мае агент сообщила о подготовке манцзунской операции. В июне от нее получена информация о количестве кораблей. В июле было донесение, что у немцев есть схемы оборонительных укреплений на архипелаге. В августе информация о числе кораблей и возможных точках прорыва. В германском генеральном штабе считают, что эта операция станет последним аккордом морской войны на Балтике. А возможно, и всей войны. Глава британского морского министерства Уинстон Черчилль тоже владеет сведениями о предстоящей операции. По данным разведки, в ней будут участвовать 2/3 всего германского флота. Однако сообщать эту информацию своим русским союзникам Черчилль не собирается. Свою позицию он объясняет так. Русское военное командование и без нас понимает, что после того, как немцы взяли Ригу, они попытаются прорваться в Финский залив к Петрограду. О предстоящей операции русские знают только из донесений агента морской разведки Анны Ревельской, которые регулярно получают из Стокгольма. Им верят, их оценивают как важные и точные. Агентурная сеть за границей пока работает, несмотря на смену власти в стране, приказ номер один, волнение и братание на фронте и революционный беспорядок в русской столице. Агентурная сеть, она рухнуть не может, но она бездействует. Когда не ставятся задачи такие, которые должны ставиться перед разведкой, контрразведкой. У нее такая задача есть. Отслеживать подготовку немецкой операции и передать данные в русское посольство. Правда, лично приходить туда ей запрещено. Второй Всебалтийский съезд матросских и солдатских депутатов. Он созван Центробалтом только с одной целью – убедить революционных матросов в необходимости воевать и защитить Петроград. Съезд принимает решение – временно подчиниться приказам командующего Балтийским флотом и не допустить прорыва немецких судов в Финский залив. У Петрограда появляется шанс на спасение от немецкого вторжения с моря. Стокгольм. Российское посольство. Морского атташе неожиданно посетила дама. Женщина была в черном траурном платье, а лицо ее закрывала вуаль. Она сказала только две фразы и сразу покинула кабинет. Известная вам операция начнется 28 сентября в районе архипелага Манцзунских островов. Эти сведения передает Ревельская Анна. После этого посещения морской атташе больше не будет получать надушенных дамских писем и расшифровывать их с помощью специального кода. След Анны Ревельской потеряется. Операция начнется на день позже, 29 числа, но Балтийский флот уже будет к ней готов. Германское командование предпринимает массированную десантную операцию для того, чтобы овладеть островами Манцзунского архипелага. Это ключ к Петрограду, ключ к столице Российской империи. Последний аккорд морской войны прозвучит совсем не так, как хотелось бы германским адмиралам. Прорвать оборону Манцзунда и выйти к Петрограду им не удастся. Российские моряки достойно встретили превосходящие силы противника и закрыли дорогу к столице. В Манцзунской битве было уничтожено 10 немецких эсминцев, 6 тральщиков, повреждено 3 линкора, 13 миноносцев и других кораблей. В этом была в том числе и заслуга российской морской разведки, ее агента Анны Ревельской. Загадка Анны Ревельской существует до сих пор. Многие считают ее вымышленным персонажем, придуманным Валентином Пикулем в романе «Манцзунд», ставшим потом популярным фильмом. Другие считают собирательным образом женщины-разведчицы, вроде Исаева Штирлица. Третьи настаивают на реальности персонажа.
Но никто не отрицает, что 10-я флотилия Германии погибла в Балтийских водах благодаря блистательной операции российской морской разведки. И все согласны с тем, что только точная и своевременная информация о манзунской операции немцев спасла Петроград от вторжения. Вот что может одна женщина в разведке. В 1917 году Анна Ревельская исчезла в водовороте истории, войны и революции. Казалось, исчезла навсегда. Последний раз эта необыкновенная женщина-разведчица напомнила о себе в 1941 году. Она вновь возникла из небытия, чтобы предупредить свою родину о надвигающейся опасности. В истории мировой разведки 20 века женщины оставили свой особый след. Анна Ревельская – одна из них. Она не так знаменита, как Мата Хари, но у нее есть реальные заслуги перед своим отечеством, перед Россией. Хотя настоящее имя и биография этой талантливой разведчицы до сих пор остаются загадкой. Женщинам всегда сопутствуют тайны, особенно когда они служат в разведке.